Hey yo guys, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. В прошлой серии мы с вами нашли инопланетные пушечки, но это, кажется, после серии. И теперь мы, короче, на какой-то инопланетных станциях, ну, копии этих. Они тут, типа, занимаются этими пришельцами. Так, нам бы с вами сейчас пойти в магазинчик и продать барахло. Жалко, что артефакты вот не продают. Было бы очень полезно с их стороны. Так, походу враги прилетели. Да? Ну, потому что это вижу закрыто еще. Те, которые закрыты, скорее всего, еще там солдаты внутри. Ладно, я тогда успеваю. Продаю и бегу дальше. Заходите. У нас вы найдете оружие и снаряжение. Да, и мы легендарную пушку нашли. Револьверку. Так. Гранаты. Продать, продать, продать. Щит. Окей, все. Как далеко мне бежать? На обход их, скорее всего, последний будет здесь. Блин, а чё я тупанул? Я мог бы в машину взять. А, я тут бы не проехал. Ладно. Тогда миссия отменяется насчет машины. Так, у меня хп не полная. Ладно, пока использую снайперку. Вот сколько у меня урона от гранаты? 83, окей. А я смотрел, какие... Ой. О, наконец-то попал в спину. Неужели? Иха. Пес. Короче, нужно ждать, пока они сами отстреляются, а потом самому нападать. Вот так вот. Хорошо, не буду на тебя обращать внимание, что это за херь такая взрывная у них. Так, ты за камень зашел? Жалко, что здесь стелс такого нету. Почему там постоянно что-то взрывается у них? А, не хочу с ним драться. А придется. Да, придется. Вам пулеметы не помогут. У меня снижение урона плюс, не забывайте. Откуда, откуда ты стреляешь? Нет, не отсюда. Окей. Этого еще успела убить. Да? Да, успел. Так, окей. Снижение урона — это очень хорошая вещь. Тихо. Планетная пушка. У-у-у, это не та пушка. Они все похожи. Так. Ладно. Ультану, ладно, так уж и быть. На них. Я укрытие, я укрытие. Так. Все, Брик, все, Брик. Успокаивайся. Так, окей. И... Второй запущен. Так, это комната врагов. Хилка это... Ну, такое, в принципе, можно будет просто заюзать ее. Да и все. Так. Ищ... А, так в этих... Во всех есть? Так. Дерьмо.
максимальное здоровье. Так, это дерьмо сразу. Дерьмо, дерьмо. Но зато продается очень хорошо. Не как дерьмо. Так, окей. И последнее. Ага, ну я так и ожидал, по сути. А потом мне нужно будет возвращаться в самое начало. Хотя, если здесь можно будет перепрыгнуть. Ладно, посмотрим. Ой, а я могу... Да, я могу уже ее использовать. Ой, прицел, конечно. Ну, ладно, сейчас спробуем его. На деле. Так, ладно, кстати, перезарядиться пока что. Револьвер наш. Посмотрим новый. Новенький. Да стреляй, ё-моё. Короче, какая-то точность у него убогая. Ой, тут летающие эти начались. Чё за херь? Только не говорите, что это самонаводящие патроны. Подожди, что там написано? Это просто чума. Здесь нету хорошей точности. Чё мне урон нанесло? Куда вот, куда оно полетело? Насколько новая пушка отличная. Нет, дерьмо, не пушка, вот честно скажу, потому что вы сами видите, я стреляю во врага, она во врага не летит. Или стой. Серьезно? Мысли. Что? Я что, только могу использовать вот эти, что ли? Серьезно? Только инопланетное орудие? Они что, поглощают этот? Патроны? Ебать. Первый раз о таком слышу. Да уж. Не, а что-то тут такое было? Потому что я вообще не мог пробить. Даже впритык со снайперки стрелял и не мог попасть. Странно. Не, ну теперь она более-менее похожа на оружие легендарное. А то вообще как-то дерьмо было. Которое даже урон не наносит. Ладно, сюда потом. Так, ну все, в принципе. Забрать то, что там выпало из этого челика. А это ничего.
Здесь что-то выпало. Ладно. Ничего не понятно, какая-то аномалия игры была, походу. Да, здесь нету сундука, который мне нужен. Значит, оно где-то будет наверху. Так, мне бы патроны. Да, ребят, мне бы патроны. Так, ладно, пока дробаш использую. Так, окей. Ничего, ничего, ничего. Не в хэт, но урон хороший. Да это как это значит дерьмо произошло с инопланетянами. Херь. Высокая емкость, но у меня хп будет уменьшенная. И граната улучшенная. Так, мне сейчас 1345. Во-первых, гранату и поменять. 1300. Косарь. Хорошо, 1300. Ого. Так, 1000 это. Ой, какой... Вот рили сейчас очень сложный выбор. Тут 500. Здесь косарь. Здесь 57 в секунду. 86. Ладно, давайте пока с этим похожу, окей. Уговорили. А, мне просто вернуться обратно? Окей. Просто побежали тогда обратно. Ну, блин, я не знаю. Для меня, конечно, бы хпшку прокачать. Если по следующих уровнях буду качать себе этот... Броню. Давайте броню, короче, дальше качать. Мне кажется, все равно, что конец будет сейчас. То есть смысла качать нету никакого, но все же. Все же нужно попытаться. Так, тут сокращается дорога. О, здесь сокращается дорога, это хорошо. Значит, сокращаю как могу максимум. Вот так вот. Эп. Эп. Убивать. Так, там, по-моему, инопланетянин полетел. Нет, не полетел, окей. Да хераш мать. А, я подбирать уже не могу, окей. Так, беги, 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 беги. Так, присядь. Отменом. Так. Продать, 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 продать. На, продам. Нахер надо. Так, теперь я вернусь обратно. Заберу то, что я оставил там. И пойдем туда, куда нам сказано. Все. Это я сейчас тоже продам. У меня 2 ляма 300. Это очень много для меня сейчас. Гранаты должны не просто взрываться. Приобретайте новые модели гранат. Все. Да. Или стопы. Куда мне нужно отправляться? А, Кримсон. Кримсон, Кримсон, это там. Кримсон, стопы. Кримсон, ладно, пошлите. Ну, мне же так девки, да, нужно возвращаться сейчас будет. Опять через этих тварей и все такое.
Ладно, дойдем. Бля, ладно. Окей. По-тихому не получилось. Так, окей. Так, здесь я могу сократить путь? Нет. Мне легче так, значит, пройти. Так, ульта сейчас перезарядится. Ты уже до меня все, вы уже тоже не опасны с этой пушечкой. Так, мне нужны патроны. Мне нужны гребаные патроны. Так, стоять. Прошу прощения за недоверие, но у нас нет времени выяснять, кто кого предал. Ты меня предал. Стил забрала ключ от хранилища и уже направилась к нему. Ради меня, убей эту сучку. Окей. Это мне идти обратно, да, туда? Хорошо, пойдемте. Но, если мне придется опять идти туда, вдаль. Ну, помните, вот где еще была зона, куда я мог пойти? Скорее всего, мне сейчас туда и нужно будет идти. Ну, мы отправимся туда, окей. Охо, я вас вижу. Не знаю, как вам это... Чш. Ты меня не видишь. Я тебя тоже не вижу. Попить. А, пускай договорит. Вниз. Нет, это не то. Это дневники. Да, мне туда идти надо. Просто пробегу, тихо, нет, сначала я закуплюсь патронами. Вас ждет хорошо вооруженный противник. Купите себе достойную пушку. Все, готово. Я хочу легендарные купить эти боеприпасы. Вместилище именно для боеприпасов. Чтобы больше места хватало, ну хотя бы, я не знаю, на патрон 200. С одной стороны, да, тут еще хорошо, что 6 патронов сразу дается. Ого, минус 3 их сразу. Так, тихо, дробаш взять. Это не укрытие. Ого, черепушка. У кого-то взорвалась. Эй, здесь можно подобрать себе машину. Поехали. Да, поехали. Мне кажется, те хири, они магнитят патроны или вообще отбивают их. Поэтому я не смог убить. Так, поехали. О, это то место, скорее всего, где они меня заблочили. Проход.
Надеюсь, мне разрешат зайти и забрать шмотки наверху, которые, скорее всего, уже пропали. А, эхо-сеть снова заработала. Я так понимаю, этим мы обязаны вам. Если вам хоть что-то понадобится, заходите в наши торговые пункты. Думаю, мы сможем что-нибудь для вас подобрать, партнер. Легендарку? Ну, это видно, что уже все конец, потому что у меня стил найден. Ну, найдено. Без разницы. Так, мне главное, чтоб я... Ладно, не проеду. Время на исходе. Надо добраться до хранилища любой ценой. Другой такой возможности у нас не будет. То есть я сейчас иду в хранилище уже? Круть. Так, сохраниться. Так, стоп, мне что туда нужно идти? Да завались. Не пищи так. Окей, сокращаем путь, максимум сокращаем путь. Если надо, я спрыгну отсюда сверху. Вниз. Солдаты меня еще не видят. Так. Оп. Оп. Окей. The Descent. Это... Эриданский круг. Часы да? Отсчитывают последние мгновения. Да. Вы должны добраться до хранилища во что бы то ни стало. В этой жизни такой возможности у нас больше не будет. Ух, короче, я сделаю еще одну серию, походу. Давайте сделаем так, финальную, знаете, еще. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Пока. Yeah.